Раньше этого не было, потому что раньше. Господин президент очень интересует научные программы, образовательные программы. Яндекс много лет, с 2007 года, развивает собственные образовательные программы для подготовки специалистов по анализу данных, по искусственному интеллекту. И мы обсуждали про возможности создания лаборатории научной в Армении или создания филиала такой школы, который готовит магистров по машинному обучению, по анализу данных в Армении. Нам кажется, что действительно это очень важная тема. Образование – это то наследие, которое и Армения, и Россия получили от нашего советского прошлого. И, конечно же, на него надо опираться. Компании, как Яндекс и многие другие компании, построены по сути, основываясь на этом наследии. И это фундаментальное свойство получать образование, желание получать образование и двигать науку, которая очень ценна, и особенно в современном мире, где технологии сейчас развивают весь мир. Сегодня к нам приехал президент Армении. Мы показывали ему офис, тут много походили по разным этажам, рассказали, как у нас все работает. Потом сели во дворе и разговаривали на тему какого-то совместного будущего. Вот я расскажу про то, что мы разговаривали об образовании. У нас у Яндекса очень много образовательных проектов. В основном они в России, но также есть в Беларуси, немножко есть в Армении. Но пока не очень много. И мы обсуждали, как можно их распространить больше на Армению. У нас есть школа анализа данных, которую можно принести, как бы привести в Армению. Мне кажется, это будет очень полезно. По-моему, большое будущее есть у такого обсуждения.